Итак, сегодня второй день в Одессе. Лизин HTC. Какая-то фигня, Лизина. Наушники. А ты что, всю ночь не спала, что ли? Спала, я даже на дружке. О, и непонятная картина. Может, кто-нибудь поймет ее? Что это? Вот из. Телевизор. Вот это подушка. Подушка, это пиздец. Вонючая подушка, мне не поменяли простынь. Нет, как это называется? Допустим, наволочка. Так почему тебе поменять? Ну, мне поменяли, допустим, одну поменяли, постирали, другую опять не постирали. Это как получается? Ну, блядь, экономят на одной штуке. Ну, мне сэкономили. Вот наш стол вчерашний, были тут яблоки и... Что тут было у нас? Конфеты немного осталось еще. Штаны мои. Боже, у нас такой срач. Капец. Ну, мы живем в отеле, пускай сами убирают. А если бы мы жили бы в квартире, мы тоже бы должны были сами убирать? Или за нами поубирали бы? Мы убирали бы, везде убирают. Пускай убирают. Пускай убирают. Хоть здесь хоть кто-то пускай поубирает. Везде такой убирают. Ну, пиздец. Мои кроссовки стоят. Хлеб. Единственное, что у нас есть, это хлеб. А я уже привыкла к нашему душу-туалету, блядь. Хоть и мало места. Ты, может, тебе такой домой сделаешь? Да-да, я тоже об этом подумала. Сэкономлю я место. И наша дверь. Такая страшная дверь. Так тебе можно для себя сделать душу-туалет и для мамы. В одной комнате, да? Каждому в комнате поставить, блядь. Ну да. Вот удобно. А то, что сесть посрать даже нельзя или в туалет сходить. Коленки упираются. Так у меня с моим ростом упираются коленки в эту дверь. Лиза, я ж на камеру снимаю, если твои тут дела. Ты мне испортила тут этот. Весь аппетит. Всю приемную связь, короче, блядь. Итак, вот это наша мини-отель, где мы живем. Улица двойная. Непонятная. Вот этой стороне, где-то мы там живем. Самой жопой подешевле. Вот здесь я... Это у тебя крутые, да, вот эти отели? Вот это, я так поняла, вот эта сторона для крутых? Да. Не, подожди. Вот там вот где-то он не... А, не этот. А там с той стороны вроде тоже можно зайти. Да. Там заходили, там нормально было. Там такое какое-то уродское, да, получается, здание. Вот это наш переулочек. С одной стороны. И... С другой стороны, блин, да, реально Лиза шашлыками пахнет. Нам сказали, что нас лучше. Слушай, так а может быть. А, вчера, кстати, нас. Лиза. Вчера нас, кстати, подвезли мальчики. Как? Вчера нас, короче, подвезли мальчики. Мы с ними познакомились. Они нас подвезли. Буквально 2-3 квартала. Нечаянно так познакомились с ними. Вот. Нечаянно осушили улицу, нечаянно познакомились, нечаянно нас подвезли. Все нечаянно. Дети нас нечаянно не получают. Если что, может быть, сегодня они нас нечаянно и подвезут снова домой. Сам факт, что я телефон не сохранила. После юморина. Не сохранила его номер? Не знаю, мне, я ну, скинула, поняла, вызов. Ты так долго сидел в машине, я думала... Я не могла вылезти оттуда. Не, ну хотя, я думала, что нас подвезли, но нет. Короче, сегодня второй день Одессе. Мы сейчас Одесса! Сегодня 1 апреля наш день. Да. Мой день лично. И сегодня мы сейчас. Маршрутка! Снимай маршрутку! Маршрутка! Это была наша маршрутка! 121-я! Машина! Мама! Мама! Фу, ты видела, как эти мужчины машины бегают? Я просто в шоке. Да на наша 21-я маршрутка. Мы идем сейчас в Одессе. Тут парад. Скажи, что это тут... типа Греческая улица, кажется. Это скажем, вот, Аня вот подсказывает. Самая красивая. Не, это не самая красивая. Наша Крольская два раза меньше. Посмотрите, она огромная. Бедет. Не, ну конечно, может, в Киеве капец, конечно, не так бывает. Мне очень нравится. Алеппо такая, как она вообще покрашена. Потом недавно ее наверное, реконструировали. Все большое. Так, подожди, Лиза, мы идем, наверное, сюда. Тут фонтаны. Вчера, кстати, фонтан, когда мы приезжали, фонтан вчера не работал. Да. Вот он.
Фонтан. Ми сьогодні, як чесно, на праздник, а його включили. Чесно, такое чувство, що хочеться в ньому скупатися. Настільки жарко сьогодні. Очень тепло. Люди ходять уже в туфлях. Ми ходимо з курточками в руках. Тут із деревьев посіля. Очень интересно. Тут везде как ярмарки, везде все продается. Заколки, куклы. Сам сделал деревянные такие штуки прикольные, да? Ты даже не знаешь, как... А, это подсвечники, да? Нет, это не подсвечники. Ну вон, видишь, сейчасные цвета. Сам себя ставлю. Ну вот то, походу, нет, а то да. Да, и вот оно. Вот это тарелок. Вот тарелок. Вот, наверное, пошли семена. А почем тарелки? Она вчера продала. Она продала. Вот эти мои любимые куклы. Тильда, поняла, всякая фигня. Они такие дорогие. Они только, наверное, так же самое стоят. У нас их почем кукла? Вот этот негр, негр. Мне тоже нравится. Негр вообще. Негр 6. Блин, а почем вот эта кукла, которая, ну, для негр? Да, одного. Зачем ты? Ну, невесты. Сколько? Сколько? Фиолетовый красивый. Какой там еще есть? 200 гривен. Блин, они такие крутые. Для фотосессии были. А вот эти тильды, видишь? Вот это тильда. А шишки пряники по 10 гривен. Они, их можно есть, что ли? Нет. Шишки пряники ароматные. А их есть можно или нет? Да нет. Ой, смотри, как вкусно. Очень вкусно пахнет. Аня! Очень. Класс. 30 гривен мне. Пахнут они корицей. Корица, да. Какао, да. Ну, слушай, что когда для телефонов, это всякие сумки. Не, ну, кстати, это тоже, это ручная. А вот смотри, это наши вышиванки. Ручная работа. Россия, это чтобы вы знали, поднимали весь уровень серьезности. Что Украины, что у нас продают вышиванки. Для нас это очень... Прикольно, корова, да? Смотри, сейчас ты корова. А здесь ты корова. Вот, класс. Да, класс, 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 класс. Так и вот сейчас ты. Любовники делают, да, капец? Это вот. Деньги капец как стоит, и это же еще интересно. За глины. Да. Ну, вот, тоже почти очень работать, интересно. Мне нравится. А вот, все деревянное. Все нужно вдохновение. Почти похоже на нас дом с середины, да? Ты знаешь, что она называет? Дом из спичек. Я когда-то раньше делала в школе дом из спичек, и оно так прикольно получается. Вот мужчина даже вот сейчас сидит и делает. Вот. Потише, не красиво. Ну что, все слышали? Прости, я меня слышала. Я пришла, у меня 75 копеек в кармане. Тоже ни хрена денег нету. А это чехлы у вас? Нет, это эти, ключи. А чехлы такие красивые есть? На что чехлы? О, это у вас эти, для паспорта. Паспорт. Ань, под паспорт. А почем такие? Я на работе лучше. Это лайковая, высший сорт, свиная кожа. Класс. Это работа моей дочери. Вот это все, все сумки, все делает мой же ребенок. Доченька, у меня к тебе на будущее, я баба спокойная, да, девочка? Там, где стоят художественные изделия, вот мы сами это все делаем, это не Китай, то надо обязательно подойти, вежливо поздороваться и спросить разрешение. Ай, все, а потому извините, что некоторые могут тебе понял. Нахамить, да. Вот, и многие не любят, когда вот Анжела Павловна, пока у нее ничего не купишь, она тебе вот рядом. Она тебе никогда не даст. Вот видишь, белая глина. Вот, она тебе никогда не даст просто так сфотографировать. А можете получить, и она права будет, понимаете? Ну, мы для себя на память, мы просто приезжие, это, поэтому. Не, просто это везде. Вежливость, она пробивает все ворота. Подошли, улыбнулись, поздоровались, и я расставила. Хорошо, договорились. У меня можно, я не возражаю. Ну, просто на будущее, дочка. Спасибо, спасибо. А вы откуда, дети? Днепр. Дайте вам карту бесплатную. Итак, мы пришли в какой-то парк. Какая-то дурочка катается на двух колесах, не знаю, сколько денег стоит. Старая дура. Короче, тут до хера людей. Вон там, вон там, вон там, вон там. Мы даже не знаем, куда мы вообще, честно, пришли. Вроде как и парк, а вроде как и нет. Беседка какая-то. Кафе с культурой. Все ходят в чем попало. Вообще, я не знаю, что такое у них было. Фонтан. Лиза пиздует
Биотуалеты. Интересно, биотуалеты опять по 2 рубля стоят или бесплатно? Ну должно реально быть бесплатно. Ну как это? Куча людей, блядь. Сука, всегда они должны быть, блядь, бесплатно. Да, вон бабка, блядь, сидит, сука, платная. Охуеть, блядь, у нас в Днепре такого нету, блядь. Собака. Это русская собака была? Да? Итак, сейчас мы находимся непонятно где. Какое-то очень большое красивое здание. Очень много людей. Мы только что хотели пробить набережную, пойти на набережную, так как нам один знакомый чувачочек сказал, что набережная еще круче, чем в Днепре. Но в итоге сказали о том, что набережной здесь нет. Так что душ в туалете — это нормальное естественное явление у одесситов. Помимо этого, одесситы даже не слышат, что ты им говоришь. Не понимают. Я снимаю видео. Не смотрелся на фильм-то лучше. Да, какой посмотрите, какой мост мы нашли, божечки, это так красиво. Почему у нас Днепре такой не построят? Он такой, как вот это мультики, помнишь? Так, вот хочу себе пиджак с карманами. Иванушка, помнишь, что это? Тут, конечно, меня хорошо. Еще змея была с кольцом. Я забыла, как этот мультик называется. И там они такие на машине. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Через такой мостик они. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Блин, это охрененно, конечно. Мост, конечно, пиздатый. Днепровский, на мосте срезали все замки влюблённых. Да я тебе отвечаю, я видела зимой, блин. Блин, вот это тоже такая штука прикольная. Что за парк? Тут какая-то Дева Мария, какой-то памятник стоит. Какой-то стрёмный. О, да. О, тетишка сразу сфоткаешь. Подожди, ты видишь, как самые запечатляемые места. Мальчик, 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 давай, 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 давай. Ебанись. Колодец еще какой-то стоит. Что за херня? Еще какой-то памятник, лев или какое-то животное. Да какую херню снимаю? Самые важные моменты снимаю. Да нафиг и не надо эти телочки мне. Море, море, тыр-тыр-тыр-тыр, люблю, заищем, заищеблять, 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 заищеблять.